Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. С молитвы благословения начинается каждый учебный день в православной классической гимназии «Ковчег». Здесь современное образование сочетается с духовно-нравственным воспитанием. Наряду с освоением общеобразовательной программы дети приобретают глубокие знания по вероучительным предметам на основе православия. Здесь одинаково внимательно изучают родной русский язык, язык богослужения, церковно-славянский. Наряду с произведениями литературы русских писателей ребята впитывают святоотеческую мудрость, знакомятся с творениями учителей церкви. Научные знания соединяются с церковно-историческим и богословским образованием, а во главе угла – наука преобразования человеческой души, искусство жизни по Евангелию. Главное – вырастить человека, да, чтобы он, ну, как бы, ребята, чтобы были, ну, полноценные и знали жизнь и современного мира, и православный мир познавали. Познавали, что такое молитва. И день, когда не начинаешь с молитвы, он как-то по-другому проходит. Учебные планы и программы гимназии «Ковчег» составлены в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта. С 10 класса начинается профильное обучение по гуманитарно-культурологическому профилю. Высококвалифицированные специалисты и внимательные педагоги применяют индивидуальный подход в обучении и воспитании учеников, что позволяет давать качественное образование по всем дисциплинам. По окончании обучения выпускники получают аттестаты государственного образца. Продолжают учебу как в светских, так и в православных вузах. И ребята успешно принимают участие в муниципальных и региональных конкурсах, олимпиадах. У нас ребята учатся в институте имени Баумана, в педагогическом, в государственном техническом, в православно-свято-тихоновском университете. Ну и некоторые уже осознанно выбирают для себя служение дальнейшее в церкви и идут обучаться в семинарию. В Щелковском отделении гимназии «Ковчег» при соборе Святой Троицы обучаются 100 ребят. А еще есть отделение в поселениях Душонова и Анискина в городах Королев и Балашиха. Всего «Ковчег» объединяет более 600 ребят. Начиналось желание родителей и прихожан наших щелковских храмов дать образование своим детям на основе православного мировоззрения, что, собственно, и было воплощено в жизнь благодаря усилиям приходов Троицкого собора, села Анискина, села Душонова. Сейчас уже многие хотели бы продолжать вместе с нами. Пушкина, Мытищи, Клин вот недавно к нам приезжали. В этом году православная гимназия «Ковчег» отмечает 20-летие. 21 ноября педагогов и учеников с юбилеем поздравили друзья, коллеги, священноначалие. Праздничное мероприятие прошло в универсальном спортивном комплексе Подмосковья. Пусть Господь хранит детей. Это большая семья. Семья православная, семья добрая, семья, которая любит отечество наше, любит Подмосковье, любит народ свой. Человек должен быть и образован, и духовно воспитан, и самое главное знать тот путь, который ведет к Богу. Помощь всем Божией, благословение Божие всем. Силами учеников был организован концерт. Театральные постановки на церковную тематику чередовались с музыкальными номерами. В гимназии «Ковчег» стараются всесторонне развивать ребят, чтобы понимали и знали страну, в которой они живут, чтобы в разных областях знаний были компетентны. Но главный приоритет, убеждены педагоги православной гимназии «Ковчег», научить ребят слушать указания своей совести и следовать прямым путем, путем правды и добра. Сергей Максимов, Сергей Василевский, Галина Холодцова, телерадиокомпания «Щелково».